Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как делать вот такой вот сурикен. Так, что нам понадобится? Лист А4, ножницы и все. Ну, не все. Так, значит, складываем вот так. Вот так складываем. Теперь вот так вот сгибаем хорошо. Вот и вырезаем. Вот, ребята. Вот так вот вырезаем. Теперь вот так вот складываем. Вот. Вот так вот. И опять же вырезаем. По вот этой вот линии. Теперь мы вот так вот сгибаем первый лист и второй так же. Вот. Дальше мы вот так вот пополам сгибаем. Вот так вот разгибаем и вот к этой линии вот так вот прикладываем и вот так. Вот. Вот так вот у нас получилось. Теперь. Здесь то же самое, только в другую. Вот. Так же складываем. Вот. Так. Так. Обязательно поддержите мне лайком. Теперь вот здесь вот мы вот так вот делаем. Вот. А здесь вот так. Вот. И получается у нас разные части. Переворачиваем их. И смотрите теперь. Вот. Вот так вот раз делаем. И вот так. Вот. Часть у нас вот такой треугольник. И здесь мы приделаем то же самое. Значит, раз загибаем. И два. Значит, здесь то же самое. Загибаем раз и два. Вот. Такая у нас часть получилась. Поэтому мы проделываем то же самое. Значит, вот так. Вот, вот так вот. Мы загибаем. Так, так, вот так. И, значит, тут то же самое делаем. Раз. Так, нет. Не вот так вот, а вот так. И загибаем. Вот, смотрите. Теперь эти две части берем. Как вот так вот разгибаем эти треугольнички. Вот так вот серединка к серединке. Вот, вот так вот, серединка к серединке. Вот теперь вот, вот эту вот часть сюда. Раз. Вот, а эту в этот кармашек. Значит, вот, вот так вот, кстати. Вот. Ну, надо вот как-то расправить этот кармашек. И вот так вот мы делаем. И с другой стороны. То же самое. Вот так вот открываем кармашек и туда заправляем. Прямо вот как туго идет в карман. Вот. И хорошо его продавливаем. Вот. Спасибо за просмотр. Вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Фрост. Всем удачи, всем пока.